Новый год номер два – это традиция отмечать наступление Нового года по старому стилю календаря зародилась в нашей стране почти век назад. И с тех пор прочно закрепилась в нашей жизни и даже получила фактически официальный статус праздника. Вот и накануне челнинские власти организовали большое мероприятие у центральной елки на главной площади Азатлык, чтобы дружно и уже окончательно встретить новый 2016-й. Репортаж новогодних гуляний предлагаем вам прямо сейчас. Официальные выходные закончились, уже середина рабочей недели. Но несмотря на это, на закрытие главной елки города собралось большое количество людей. В нашем городе старый Новый год отмечается на общегородском уровне уже не первый год. Технология отработана, и вот очередной шанс полюбоваться напоследок главной хвойной красавицей, что называется, в полной боевой раскраске, и окончательно распрощаться с новогодними гуляниями. Здесь будет весело, лишь бы погода не подкачала, а так все хорошо. Да, Казан? Да. Праздничное представление началось с концерта творческих коллективов молодежных центров. Музыкальная программа лучших групп города и отдельных вокалистов согревали челнинцев на протяжении всего праздника. Гости приплясывали, охотно подпевали артистам. Особо горячо зрители встречали танцевально-вокальную трио зажигательных парней, группу «Инкогнито», продюсерского центра «Планка Мьюзик». Под веселые песни с красными носами, румянцем на щеках дети резвились на ледяных горках, катались на пони и лошадях. В разгар веселья, как и положено на Новый год, появились Дед Мороз и Снегурочка. Привет, челнинцы! Символ наступившего года – обезьянка! Встречайте! Правда, огненная обезьяна оказалась почему-то зеленой. Но главное – это все же не детали, а общее настроение праздника, который получился по-настоящему зимним, новогодним. Настоящий Новый год с морозами, с метелями. Вчера не ожидали в начале же декабря, а такой прям настоящий мороз, как раньше, как в нашем детстве, когда еще мы маленькие были такими. Счастливого Нового года! Здоровья, счастья, всего хорошего. В завершении огни на главной елке погасли, и вскоре сама хвойная красавица будет демонтирована, чтобы в будущем снова вернуться сюда, на площадь Азатлык, ближе к новому, уже 2017 году. Кристина Маматова, Ленар Мустафин, РЕН-ТВ, Набережные Челны.